Добрый день, друзья, коллеги, девчонки, пчелки. В пчеловодстве столько разных нюансов встречается вот на протяжении пчеловодческой жизни. Некоторые вещи мы слышали, но не видели. Так вот, благо, что я вот не один был, и у меня была возможность взять камеру и заснять этот процесс, то я сам увидел, ни разу не видел за 30-летнюю практику, как это происходит. И вам хочу показать. Это как матка убивает своих соперниц. Потому что мы все говорим, что матка разгрызает маточник и потом убивает матку прямо в маточнике. Да? Но смотрите, как это все происходит. Сейчас, подожди. Бытует мнение, что матки разгрызают маточники и убивают маток. И вот сейчас вот, погибла матка, короче. Здесь матки ходят, мы уже тут двух нашли, которые ходят. И вот она движется, матка эта. И мы сейчас посмотрим, кто убивает маток в... А эта матка, она тут разгрызли маточник, и матка там наполовину вышла. И молодая ходит. Ну, куда-то убежала уже, да? Нету молодец. Ну, просто кто видел, все утверждают. А, вот она. И вот она. Вот матка, гляньте. Вот ее вытащили. Да не, это самое. А то же она сейчас тоже начнет бегать. А вон та матка, вон она рядышком. Ага, вот приближается. Не, мимо прошла. Не трогай. Не пугай. Вот она сейчас опять к этой матке подходит. Не трогает. А пчелы эту матку разгрызли маточник. Разгрызли сбоку. Это она сбоку вышла. Вот она. Но пчелы ее не убивают. Она облизывает. Да. И та матка кругами походила. И ничего ей не сделала. И получается тогда хотели сами посмотреть и вам показать, как на самом деле происходит убиение. Вон та матка ходит. Вон она. Угу. Вот она. Но главное, что тут уже мы пару маток видели, но не пищат они. Не пищат. А та матка, он пошла с белым. Но она, я же говорю, что она еще не дозревшая. Пчелы сбоку ее выгрызли, вытащили. А эту не трогай. А это... ходит, и никак она, просто интересно, ага, пошла, ага, вот она, напала на нее, он жалит, брюшко подвернуло, жалит. Все, зажалила и ушла. Да, значит, как результат, мы можем подтвердить, что матка убивает свою соперницу, но пчелы вытягивают эту матку,
а потом матка подходит и убивает ее. Вот опять она подходит к ней, но пока что... А ну все уже, все. Той матке уже капец, она уже скрючилась, лежит. Вот такая вот хозяйка уничтожила соперницу. Мира, друзья, добра, здоровья вам и вашим семьям. Подписывайтесь на канал, было интересно, поставьте пальчик вверх. До новых встреч.